Ну, потому что у меня канал на отдачу не идеальный, поэтому я не перезу. Не, я просто вышел, ну, нажал ОК опять на экране выбора роли. Я с самого сервака не выходил. Подожди, ты посмотри на стрим, сейчас должен уже вещать. Но качество стало лучше. Я просто еще поднял. Так, ну сейчас посмотрим, что там получится у нас. Конечно, блин, с патронами напряг. Я не пиратку, я со Стима все качал. Блин, ну вот это опять начинается, короче, ожидание, блин. Чё? Там не надо, ну нормально, мы с тобой сколько, почти час бегали. Ну что ж поделать, придется. А это где он регистрируется? Та-да-дам. Серьезный такой пацанчик, да. О, я даже не считал. Но вчера сдохло последний раз. Причем так тупо. Но зато разменялись один один. А сегодня я Димона пристрелил, чтобы он не мучился. Это, в общем, у нас первая часть стрима была посвящена операции под названием воскрешение или перерождение, можно даже так сказать. Вот. Ну, у него после вчерашнего... Не, шмот мы вчера намутили основной весь. Даже я позавчера намутил основной весь шмот. Ну, как Калашников, который, с которым Димон сейчас бегает. Вчера мы встретились. В общем, нашли там еще ружо и пошли, в общем, в один из замков небольших фармить лут. И там напоролись на чувачка, который меня пристрелил. Вот. Я пристрелил его, мы, в общем, подсобрали шмот. А потом, когда я туда вернулся, ну, Димка же тебе рассказывал, что он зашел, а за мной как-то успел непонятно каким образом проскочить другой боец. И, в общем, Дима подумал, что он это я, а он начал в него стрелять. У Димона осталось 1000 крови. То есть он там был подранен и нереально. То есть видеть не дальше своей вытянутой руки. В общем, все черно-белое, размытое, периодически еще и сознание теряет. Вот. Но по итогу решили, что надо его, в общем, кончить, переродить заново. Шмотки, в общем, мы соскладировали в леске. Я там посидел, подождал, пока он прибежал, одели его и пошли дальше искать вот потроха разные. Вот я себе топовый рюкзак в игре нашел. Самый вместительный. У меня еще одна строчка есть. Просто чтобы ты понимал, Костик, в нетоповом рюкзаке одна неполная строчка. Ну, вернее, в том, котором тебе в начале игры дается.
Так, ребята, Серега и другие, TeamSpeak запустился. Так, waiting for character to create. Так что скоро я уже появлюсь, наверное. У меня, кстати, тоже точка эта появилась, что ты говоришь. Димон, ты заходишь? У меня лодинг уже. Waiting for server response. Что-то по второму кругу, что ли, пошло, я не понял. А ладно, подожди, давай уже зайдем. Ну, до этого же нормально это было. Почти что по часу, полтора. Ну, по часу. Что-то как-то меня сыкает найти в этот Зеленогорск, как он там называется. А что за магазин? Просто обычный продуктовый? Да, и можно там пизды получить еще дополнительно. Да, где получили пизды. Да, но только она будет работать в пределах одного сервера и до рестарта. То есть надо желательно минут там за 30 успеть. Да, совершенно верно. Ну, палатку можно поставить, но ее еще найти надо. Я вот, например, не находил еще ни разу палатку. Ну, в смысле, чтобы ее поставить. Поставленную эту палатку я находил, а вот пустую нет. Да, ты можешь там засейвить, и потом, ну, внутри этого сервера она будет сохраняться. Yeah, waiting for server response. Димон, ты чат видишь уже? Видишь, рано ты свой интернет похвалил.
У тебя роутер. Скорее всего, half open соединение не очищается. Да. Роутер работнее, все поедет. Бэтмен. Угу. Ага. Ну все перезаходишь, что ли? Ладно, пойдем на другой, чтобы все долго ждем. Да. Как-то и людей стало мало, смотри. Ну что, пойдем на Нью-Йорк один? Вот он как раз есть. А мест свободных там нет. Давай. Но я заломился. А хрена с два. Да я joining game и обратно выкидываю. Да, и сейчас выкинет обратно. Давай попробуем на ник 8 зайти. NNIC. Ну, Нью-Йорк тоже такая. Блин, а что-то оно как-то... Что-то как-то... Блин, что-то все занято. Или давай NY18, например. Не, NY7 ветеран. Там три вида третьего лица не будет. NY18. А, подожди, хардкор, не то. NY25 тогда вот есть. Что у них все места заняты, короче. Нет, это просто сервак не успевает отвечать. Блин. Но вот есть US4, а версия другая. Клиента не то. Ну давай попробуем на бразильский тогда. NL. А я не вижу такого. НЛ. Это, наверное, какой-нибудь Норвегия, блин, или какая-нибудь фигня еще. А, так там UTC-2. Это, блин, не то совсем. А на какой ты пробуешь? Ну, это европейский сервак, 78 пинг. Ну, вот НЛ-3 я сейчас попробую зайти. Ну, блин, тут какая-то бага. А, вот и зашел, да. Скорее всего, здесь ночь. Что-то не подсказывает. Если ты в России, то лучше с российского. Значит, с немецкого. Немецкий, шведский. Любого европейского будет всегда быстрее, чем с американского.
Может, на Нидерланды какие-нибудь. Да, тут... Нет, тут не ночь, тут вечер поздний. Еще и красная цепь. Не знаю. Так. Давай попробуем на каком-нибудь Чикаго. Вот, например, Чикаго 26 есть. Димон, я на Чикаго 26 пытаюсь сломиться, а тут вот русский я вижу. Димон, русский есть, Трофим вот какой-то. Пинг у меня здесь 150. Быстро, кстати, загрузилось относительно. Ломись, ломись. Потому что у меня уже waiting for server response сейчас будет. Да, у меня водичка закончилась. Печаль, печаль. Нет, дома. Нечего пить. Ну и все, умрем. А ты уже в игре? Ну, ты быстро. Да, кстати, сейчас надо на вышечку сразу подойти. Она, ну. Ну, ты ползком, ползком. Ну, а как ты хотел? Ну, я, блин, сам эти вышки все обхаживал. Я думаю, ты тоже можешь. Ты просто, когда видишь, что близко уже подошел, сразу ложись и иди. В смысле, ползи. Не, ну чувачка мы сегодня эпично подстрелили. Я, честно говоря, пересрал даже. Да, не важно. Главное, что я увидел. Он еще пытался отстреливаться. А, так он по тебе стрелял еще. Ты, наверное, стоял, я просто сразу залег. Я по нему, кстати, стрелял, вроде попал, он повернулся, начал палить, а потом я ему в башню засадил. Слышишь, ты везунчик, у меня waiting for server response. Ну-ка, там педали покрути, короче, мне быстрее зашло. Ну, ты ж канал загружаешь. А теперь есть. А знаешь, как надо сделать? Поставь у себя на компе в качестве DNS-сервера не модем, а 8888. Будет тебе счастье. Сделай, как папа говорит, и все заработает.
Ну давай. Да, только там только для DNS. Айпишник не трогаешь. Да. Став 4 восьмерки. Да. Да. Блин, ну как так, но ну пробуй. Угу. Это, по-моему, что там надо? Морфий колоть, чтобы перелом залечить. Да упал с вышки, ногу сломал. Кадр. Правильно, у меня waiting for server response. Это Димон там ноги ломает на вышках. Слышишь, ну что-то какое-то очко, блин, динозавра. А чё ты на ней сидишь, блин? Слазь, тебя снайпер снимет с нее, как нифиг делать. Сюрприз! Ну смотри. А если что, я тебя предупреждал. Сколько крови потерял? Просто ногу сломал. Короче, слышишь, Павлово очень очковый город, там ни хрена нету. И, ну, домиков лутовых очень мало. Так что я предлагаю, короче, обойти справа, вот сейчас через дорогу правая, обойти справа Павлова, идти вот ту вышку, которая нижняя, самая от Зеленогорска. Ну, там. Нет. Да. Да, вот я только что попробовал. Все же. Сейчас, подождите. Ну, у тебя начинает кровь уменьшаться. Примерно там 10 единиц за 2 тика, ну, за 2 секунды. Можешь же минут 20-30 побегать, если не найдешь жрачку, то сдохнешь. Ну, у нас сейчас, короче, все условия. Воды можно набрать в водоемах, у нас флях просто жопой жри, короче. Можно там опиться нафиг. Есть топорик. Есть топорик и есть спички. Топориком рубим дрова. Спичками. Да, есть нож. Нашли зверушку. Пристрелили. Засвежевали. Мясо поджарили, поели. Нож нужен.
захожу, но у меня сервер респонс, и что-то как-то все очень непонятно. Как ты определил? То, что ты быстро зашел. Только начало. Чушь, ты к зомбям-то полез? Блин, ну это какая-то засада вообще. Невозможно столько долго заходить. Это Чикаго 26, кажется, мне. Чикаго 84. Ай, блин. Да, теперь поиграем в игру, зайти на сервер. У тебя текстура от сервера меняется. Скажешь мне, когда кто-то дисконнектит будет? Я начинал упорно ломиться, то я вообще вышел, потому что это как-то очковая кобра какая-то прямо. Интересно, что начало выскакивать от joining game, даже если он откидывает потом. То есть как-то... Зачем так обманывать игроков, если joining game, если сервер full? У меня же время теряю, не могу покласть кнопочку. Ну тут где-то вот 8 человек есть сервер. Чикаго 21. А, ветеран, понятно. Ветеране никто не хочет играть. А там есть третий вид, да? Вид от третьего лица. Просто на ветеране, ну, слишком сурово, особенно когда начинаешь где-то ползать. А там какие-то дурачки на пляже, видно, сливаются. Я пока заходил, видел, как два раза тело умирало. Не, ну, я доходил до момента, когда waiting for server, и все, у меня висит, и ничего не происходит. А сейчас я не могу на сервер зайти. Ну, я сейчас все самое интересное пропущу. Да? Я надеюсь, ты не сдохнешь. Постарайся. Отсоединился? А я подсоединился. Ага. А, я думал, ты отсоединился. Ой. Да, в том смысле, кто-то другой отсоединился.
Так что за пальба там у тебя? Это далеко? Может, тебя глючит, потому что я все вот эти звуки не слышу, что ты мне рассказываешь. Выстрелы из чего-то тяжелого. Сервер респонс. Ждем. Даю. А он отошел. Мы возле верхней, перед деревней. Нам деревню надо справа обойти. Вот это Павлова, это деревня, которая сверху, да? Там вообще делать нечего. Там такая очковая деревня. Мы ее обойдем справа. Как примерно мы сюда шли, только чуть выше выходит. Пересечем сначала белую дорогу, потом желтую. И через холм выйдем там к этим отвышкам. Понял, как пойдем? Николас Воскилд. Там в Павлово мы один раз зашли. Во-первых, мы там сдохли вдвоем. Потому что, ну, печаль, печаль. А! Мы в Павлово нашли фонарик. Такой желтый. Там есть армейский фонарик, такой черненький, который в инвентарь складывается. А есть, короче, фонарик. Типа какой-то желтый такой, он вместо пистолета. Короче, подняли этот фонарик, а он, зараза, ну, Макаров куда-то пропал. Просто испарился. Все, пипец. Знали просто, что нужно, короче, его засовывать сначала, ну, в рюкзак, потом из рюкзака куда-нибудь вынимать Макаров, класть там аккуратненько. Или потом его в рюкзак складывать, этот Макаров, и брать этот фонарик. Ну, понял, вместо вторичного оружия используется. Все, мы вдвоем Макарова потеряли. Ну и что делать? Оружия другого нету. А я еще тогда вот этот Алис Пак нашел. Так обидно было, блин. Ну, блин, что-то у меня не заходит. Может, это знак? Пора идти спать. Как думаешь? Ну, видишь, меня не пускают. Я не знаю, как ему еще намекнуть, что мне нужно зайти. Вон чувачок тоже топор нашел. Have a hatchet. How and where do I use it?
наверное, предусмотрительно нужно в основном инвентаре иметь два слота свободных, а то дровишки два слота занимают. А то, блин, пропадет куда-нибудь магазины к АКМу. Будет очень печально. Слушай, ну это совсем не интересно. Давай. Может, проблема у меня, может, мне клиент полностью перезапустить. Хотя. А он же там, по-моему, с самого юга, да, идет? То есть, в принципе, можно и заглянуть. Ну, сыка там мне как-то. Будешь сам туда ползти. На 20. А, играли? На Нью-Йорк 26, по-моему. Или 25. А, не, на US 25. А, не, Нью-Йорк. На US. Так. Нару, о чем мы там ночью будем делать? Были на NY25, скорее всего. А, не, мы туда пытались зайти, но там очко. Ну вот, так. Да нет, там где 150+, там уже неинтересно. Ну вот есть два нью-йорковских, вот с мой четвертый можно попробовать. Вот, кстати, есть Вирджиния, 25 из 50, Вирджиния 20, Вирджиния 19. А, не ветеран, не пойдем. Вот есть Вирджиния 23, смотри, места есть, там может быть темно, давай попробуем. Вирджиния 23. Что-то я заметил, что каждый сервер как-то по-разному загружает. Одни вот это начинают в чатик что-то выпиливать, другие вот просто вот на этой картинке, как сейчас с этими машинками, вот этот прогресс-бар ползет, и по-разному везде. Где-то вот это loading data долго висит, а где-то просто waiting response from server висит очень долго. То есть, ну, вот где-то 4-5 вариаций разных, как в миссию пускает это. Receiving data. Ну, тут какие-то Алексы есть. Это в России, вон, смотри.
народу много. Обычно на темных серверах людей мало. Да, аналогично. Requesting child the data from server. Так, я появился. Время 4 часа. Я не пойму, что это 4 часа утра, что ли, интересно? Это что, ночью, не пойму? Ну, у меня на часах на чуть-чуть, пол, ну, 15 минут 5. Так. Ты где сейчас? Я планирую к вышке подобраться поближе. Посмотреть, что к чему. Блин, а у меня куда-то один магазин АКМ пропал. У меня же... Тю. Тю. Я вообще не играю. И куда он делся? Прикинь, неполный магазин пропал. Очкодалы хрена, напрограммировали что-то. Я, короче, к вышке иду. И как? Так, смотри, видишь, в Вирджинии какой-то часовой пояс интересный. У меня написано, что ты не сурвайвер, а просто мэн, мужик. Это там мужик. Так, паси, короче, меня от дерева большого, к которому ты сейчас подползаешь. Где-то кого-то убивают. Надо с побережья, блин, сваливать, потому что побережье. Так, что-то лежит. Побережье — это страдание. Второй. Да. Так, тут у нас какая-то срань. Консервы. Короче, здесь паста, пепси и химцы. Ну, я возьму. В принципе, ладно, что всегда можно выкинуть. Если у тебя семерка, можешь заглушить звук для этого приложения. Так, сейчас я карту открою. Карта. Так, побежали через дорогу направо, короче. Выйдем когда ко второй дороге. Идешь за мной, да? Тут не лагает? Давай. Ну, похуже немножко, чем там. Ну, вменяемо, ладно, пока тут.
Да. Я уже спать хочу. Мы вчера с тобой до полпятого сидели, блин. Ну я представляю, да, примерно. Наверное, точно так же с линейкой было. Так, а где-то ты у меня пропала, не вот. Так, слышь, ну рюкзак у меня теперь самый большой в игре. Все равно я быстрее тебя веду. Я просто накачанный пацан. Лес такой стрёмный, хер кого увидишь вот так вот на расстоянии в это время. Нет. А? Стрелок? Ну ты просто мэн. Эй, йоу, мэн. Кстати, у меня сейчас есть в инвентаре место, давай пробуем дрова сейчас заколбасить. Я к дереву подошел. Harvest wood. Опа, дрова появились. Я, короче, их выкину. Нужно сюда. Дров можно здесь напилить. Поспеваешь? Ну да. Поспеваешь за мной? А я тебя тут не вижу. Как обычно, короче, не? Поспеваешь, а сам от меня нифига себе 176 метров. Долго бежит. Так, стоп, 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 стоп. Ну, ложная тревога. Кусты такие на людей похожи, короче. Времена. Встал и назад. Ты где? Давай сделаем так. Подгребай. Да. Ну, в принципе, для чего эта вся шняга и нужна? Так уж и далеко от побережья. Просто крючок делает. Так, вон дорога, все правильно я рассчитал. Но в таком как сейчас. Ну.
Так, ты где? Догоняешь? Слушай, а вот сейчас время вообще кайф, да? Так, это мы сейчас дошли параллельно Павлова. А вышка через поле справа будет. Сейчас на полянку выйдем. Вот тут эта большая полянка, а вышка тут через на перерез, короче. Может, у меня более легкий. Да не, у меня рюкзак почти что забитый, и он у меня размером больше, чем у него. Так, ты не видишь пока я? Она где-то должна быть. А, вон она, вижу. На 12 часов. А на них спаунится оружие. Вообще дроп хороший на них. Ну, есть М-ка с коллиматором, М-ка с глушителем. В конце концов, можно найти там все что угодно. Там, гранату можно найти. Можно найти тот же ПНВ или GPS или компас. На вышках все, патроны появляются. У меня сейчас, блин, два магазина осталось. Если, короче, не найдем патронов, придется оружие менять рано или поздно. А я вот как-то, знаешь, не очень хочу с Калашниковым расставаться. Это как на первый взгляд. Не, ну здесь одного убьешь, максимум два прибежит. Возле вышек. Тут трое ходят. Вон, пробует, шатается в лесу, смотри, видишь? Один и другой. Вон, двое их там. Ну вот один сейчас из леса выйдет, а другой прям вот под самой вышкой ходит. А вот один, смотри, справа. Один справа, вот смотри, совсем от меня. Там я пополз, короче. Ну да. Ну да. Не, один клик, это ты включаешь прицел, включаешь, выключаешь. А просто нажать, а ты как бы немножко зум делаешь. Это все. Покажи. Да, ну не всегда, но бывает. Патроны бывают и обычных, похоже. Я не хочу на него пули тратить, потому что это рандом. И, ну, не очень важный размер. То есть я, может быть, получу патроны к револьверу, которого у меня нет, и то есть, ну, оно мне нафиг не надо. Так, мне кажется, пустая вышка. Надо просто запустить. Пустая. А не, волына лежит какая-то. Ух ты, а что это у нас здесь? Так, тут крутой винчестер лежит. С этот реминг там с фонариком. Только патронов к нему не хрена нет. Короче, Риммингтон это круто, но в другой раз. Больше ничего, вообще ничего. Видно, кто-то был недавно. Так, а где следующая?
А, следующая через полянку дальше идет. Так, давай ко мне подгребай. Крышки. Мы к нижней подошли. Подгребай крышки. Давай, давай, давай. Да зомби ушли в поле. Давай подгребай крышки. В лес уйди и к вышке двигайся. Я возле вышки стою, возле лестницы. Давай подходим. А, вижу тебя, ползешь, крадешься. Да, оно тут на перерез следующего через лесок. Видно одна, ну да. А меня сейчас видно ноль, а слышно много. Потому что в лесу. Да. Ну типа да. Так, слышишь, а где она тут? Наблюдаешь ее? Вообще, по идее, вот на этой полянке должна быть где-то. А, да, точно, нам надо выйти. Вот за вот этим еще пролеском. У меня белая рубашка. Вон я вижу вышку. Но это, по-моему, не так. Это какая-то обычная вышка. Не охотничья, вот она. Это какая-то неправильная вышка. И тут ни хрена нету. Ну-ка, я сейчас осмотрюсь. Вижу магазин твой, про который ты говорил. Ничего там. Да отсюда ж не будет видно зомби. Так, а где третья вышка? Что, без поля? Сейчас. О, да, на перерез. Погнали. Кстати, смотри, магазин вот отсюда видно. Видишь, он справа. Видишь, можно доползти будет.
Он на открытой местности, правда. Ладно, пойдем, потом разберемся. У нас впереди, кстати, какая-то еще херня, типа завода. Стоп, а он на карте вообще отмечен? Так, мы сейчас бежим, там какой-то спереди завод. Оно направо. Нам надо левее выходить, а мы сейчас не туда бежим. Нам левее, вот на эту лесополосу, которая вон слева, туда. Правда, стоп, там какие-то вот эти... А, все правильно, да, нам... Заодно потом вот там ангары проверим, видишь? Там, кстати, может быть какой-нибудь грязный снайпер. Давай чуть левее хапанем, потому что мы его на... Слева бензозаправка, по-моему. Там зомбак ходит. И домик со входом есть. Ну ладно, там в основном... Да? Может быть? Вот, так это мы идем туда. А есть таблица лута. Так, ты где там? Не, вот ходи с дороги, на дороге ты очень сильно заметен. Тебя могут даже стоячего с такого расстояния нереально увидеть. Что... Тут, кстати, какой-то угол стоит. А я ползу справа по над холмом. Вон, видишь? Я у тебя вижу сейчас. Я ползу. Там внизу, короче, попрыгун. Да-да-да, вот он. До побережья уже далеко, здесь рядом этот Зеленогорск. Ага, вон будка, в ней стопудово есть лут какой-нибудь полезный, которая через дорогу слева. Пусто. Но в этом пусто. А вон там лежит что-то. Это говно. Как обычно. Здесь теоретически все можно починить. Короче, тут файер. Очень полезно, блядь. Ползли вниз. Так он хрен знает, где этот попрыгун. Ну, я сейчас кружочек возьму. Он далеко. Ну, он слева, он далеко. Fucking shit, снайпер in электро. Мне вот тот заводец нравится справа. Ну, набрал жратвы, короче, сидит там изредка себе готовит, может. Ну, бандит, короче. Я возле дерева встал, жду тебя.
Тут дождь начинается. Там ничего хорошего. Где ты есть-то? А чё ты ползёшь? Уже давно вставать надо. Давай быстрее. Что пристрелили? Не вижу. Нет, не вижу. Я сейчас далеко. Ну, остановись, пережди, пусть пройдет. Проверь на патроны и уходим отсюда. Есть что? Да я там дальше чуть-чуть. Проверь. Но за деревья на начале леса. Тут лучше, кстати, из револьвера было пристрелить. Во-первых, одна пуля, а во-вторых, у тебя для револьвера какие-то обойми, но испугался, да? Раньше времени. Стрёмный какой-то. Слушай, какая-то лжевышка. Либо нас наебали, короче, либо мы, короче, настоящую нормальную вышку не нашли. Вариантов несколько. Нет, тут же вышка где-то как раз здесь должна быть. Не, ни хрена. Посмотри на карту. Она вот в зеленом секторе. Вот за вот этим вот гребнем леса пересекали. Тут слева поле, справа завод. Все правильно, погнали. Альтабас. Пойдем. Альтабас обратно лучше не мышкой, а через именно альтаб, потому что тут и стрелять не будешь. Справа какие-то домики еще. Так, а где, собственно, вышка, я не знаю. Да. У меня в микрофон идет звук, и поэтому слышите. Так, ну давай разберемся. Поле есть. Вот эти домики. Они у нас справа. Других домиков здесь нету. А слева домики есть какие-нибудь? И дорога. Слева домиков и дороги нету. Значит, мы там, где надо. Так, а вот тут дорога какая-то. Дорога. Есть дорога. Ха. А дороги быть не должно.
выше. Нет, не может быть выше. А откуда лес справа? Что тогда это за домики? Где мы вообще тогда? Ну, ты думаешь, это она? Да. Так подожди, что-то я тут не понял. А так основная же дорога сзади. Вон сверху идет основная дорога, заправка. Ты никуда не идешь. А где линия электропередач? Давай мы сейчас увидим. Все станет сразу понятно. А, вон линия электропередач. Так, стоп. Лэп слева. Лэп слева. Блин. Черт. Ай. Ну так, все правильно. Так лэп сейчас от нас как раз справа. Что, ну? Что это, блин, за дорога? Пойдем по дороге, куда она все ведет? А, вон какая-то дорога. Не, вон какая-то дорога, которая идет куда-то непонятно куда. Никуда в поле. Что это за дорога? Нет, может это наша вышка самая главная. Самая везучая вышка из всех вышек. Я просто пытаюсь сообразить, где мы. Давай упремся в дома. А, ты имеешь в виду, что то это эти коровники, блин. Ух ты, а там мы еще не были. То есть это мы как-то вообще нифига себе в сторону ушли. Это даже не очень сильно, а ни хрена себе сильно. А он сам постарается. Тут два длинных коровника. Да, вот это они, стопудово. Нашел? Сейчас, подожди, я смотрюсь. Короче, два здоровенных длинных ангара. Заходим в ближайший, где дверка справа. Да, и вот ангары пройдем, и вот за ними... Стопудово. Но это что-то я просчитался, конечно, да. Сейчас я смотрю, там дом еще один есть. По-моему, зайти можно. Пока дверь не вижу. Да. Но не слева, а далеко. Надо, чтобы мы забыли один. Домик не лутовый.
Так, магазин для винтовки, стрела для арбалета, жрачка. Ну, жрачку набираем, святое дело. Бревна нам, в принципе, не нужны. Стоп, ложись. Ложись. Ползи вперед, да. Бок. Так, тут же, кстати, еще боковой есть карман. Я его буду проверить. Че ты туда полез? Зомби все слева сейчас, она там что-то дофига сидит. Надо еще угловой проверить. Ладно, давай сейчас проверим большой. Так, стоп. Ложись, ложись, ложись. Пошли проверим боковой. Ага. Ползу. Да. Так, давай, я на стрём это проверю. Только опять же надо встать. Есть что? Хорошо, вылазь. Ложись, ложись. Мы сейчас в амбар зайдем, пока вот обойдем этого слева. А ты с пистолетом ползешь, поэтому быстрее. Я же с калашом ползаю. Стоп, тут труп один есть. Аккуратненько. А чё нет, там же было внутри. Вон тут что-то валяется. Канистра с водой, жратва. Ну, канистру бери себе пустую, я себе возьму жратву. Водой наполнишь. Мусор. Тут где-то ползает. Стоп, тихо, ляж. Выходи, честно. Выходишь?
А ни хреново мы с тобой так пропахали, короче. Кругами тут наматывать. Я предлагаю проверить вышку и в этом все остановиться на сегодня. Я уже, короче, подустал. Так, а она за лесом, за первым или за вторым? За первым или за вторым? А, вот. Прям вот. Да, опять кривая вышка. Дружище, микрофончик выключи. Куда? Дим! What the fuck? Пусть кипим. Ты же ж пидорас, блядь. Слушай, ты что-то дохуя выше как-то стрёмно. Да, она тут только одна, я так понимаю. Can anyone hear me? Is my mic on? Mic check. One, two. We can hear you, just don't use it. Ты подгреб к вышке железной? А что-то они какие-то странные, короче. Но это наверное, не то, что мы ищем. Я не на хуй не залез. Слышишь, а может здесь где-то просто лут валяется внутри этого? Это же какой-то тут, блядь, комплекс был когда-то. Может где-то тут в углу? Что-то спрятано. Так, слева какие-то точки. Это наши зомби. Друзья. Так, ты с картой можешь сравниться? Мы сейчас на этом выступе интересно. Смотри, ориентирует этот островок из деревьев по центру. Вот он. А, нам правее надо уйти. Мы как-то влево ушли сильно. А эта вышка, она... А, ну возле островка где-то тут, да. Ну, просто тут еще масштаб такой непонятный. Вот, она дальше. Она дальше направо. Вот, видишь, островок сейчас видим. Она вон туда вот, направо, короче. Направо, да. Ну вот островок из деревьев, маленький совсем. Он там отмечен. Как раз на выходе из этого... Типа вот этого залива деревянного, блин. Вот где-то здесь должна быть. Что туда? Должна быть. Не факт, что она здесь тоже есть. Или это опять эта конченая, блин, недовышка. Слушай, ну что-то ни хрена нет. А в какую сторону? Но. Но. Ну войдем. Но определенно это в этом кармане где-то. А где-то есть? Ага. Да, у борьбы не то. Че если мы слышим нам оружие тут?
Но тут те же самые вышки, что мы видим. Да, вот это какой-то... Да. Стоп, справа в яке, вот она где-то здесь, значит. Вот, видишь, сам подходит. О, спереди еще двое. Где-то рядом. Bro, turn off your mic. Turn off your mic, please. Stop breathing. Кстати, замьютить можно. Michael 2, turn off your mic. Michael 2, сейчас, блядь, его найду. Тут можно аж, короче, конкретно его. Мьют. А, нахуй пошел, пидорас. Ну, тут можно конкретно игрока замьютить. Michael. Ух ты, что-то там дофига всего лежит, короче. Pro tip, click. Так, ты палишь меня, да? Опять тут, короче, блин, целая обойма к этому пулемету сраному, который, блин, непонятно где вообще достать. Короче, ряд винчестеру патроны, смол гренейд, блин, нахрен оно надо. Бандажи, пустая банка. Да, печалька. Сегодня, короче, вообще просто... Фарт какой-то с волынами. Ну шо? Подожди, пойдем куда-нибудь дойдем. Где ты едешь? Ага, вот у тебя. Надо куда-то выйти на ориентир, чтобы мы завтра с тобой разобрались. Да. А, то есть ты хочешь... А, я понял, куда ты хочешь выйти. Давай, короче, выйдем сейчас, чтобы коровник было видно где-то в обозримом расстоянии. На точке слева. Вот коровы. Все, давай вот здесь в лесу тормознем. Вот здесь. Да, я понял. Так, ну думаю, можно выходить. И пожрать и выходить, я вот не знаю как. Никто не проверял. Все, я, короче, выхожу. Так, ну, как говорится, в стриме всем спасибо, все свободны.